члены партии «Единая Россия» приняли участие в организации и проведении праздничных мероприятий по случаю Дня воздушно-десантных войск. В честь праздника в храме Вознесения Господня состоялась панихида по погибшим воинам-десантникам, а у Вечного огня прошел памятный митинг. В нем приняли участие ветераны войск из Звенигорода и его окрестностей, а также жители и гости города.